Жуткая история. Самара, железнодорожный район. В 10-этажном доме горела квартира. По данным МЧС, огнем охватило 20 квадратных метров. По словам соседей, накануне здесь уже произошла трагедия. Умерла женщина. Завтра должны были состояться похороны. В момент возгорания в квартире находился ее супруг. Смотрю, уже дым начал идти. Ну, где через несколько секунд уже стекла начали вываливаться из окна. То есть пламя. Ну, пожарные приехали где-то через 2 минуты. И я поднялся тоже с ними наверх, смотрел, дверь была закрыта, железная дверь была закрыта. То есть соседи, они не слышали ничего. Не исключено, что причина пожара – упавшая свеча. Мужчина погиб до прибытия скорой. Точные причины гибели человека, возникновения пожара и ущерб предстоит выяснить экспертам. Автодорога Ташелка, Новая Бинарадка. ВАЗовская «Калина» налетела на отбойник. Водитель госпитализирован с травмами. По версии полиции, мужчина за рулем легковушки не справился с управлением. Как уже позже установила экспертиза, он был в состоянии алкогольного опьянения. По факту аварии проводится проверка. За минувшие сутки 81 преступление. Главным образом кражи и грабежи. Больше половины дел уже раскрыли. Тольяттинские полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, причастен к наркотрафику. В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых сотрудники органов внутренних дел обнаружили у мужчины пакет, предположительно, с наркотическим веществом. По результатам экспертизы специалисты дали заключение, что изъятым у подозреваемого средством является синтетический наркотик массой около 6 граммов. Задержанный по подозрению в приготовлении к сбыту наркотиков в прошлом уже был судим за кражу. Сейчас идет следствие, задержанный уже дает показания. Силовики устанавливают всех участников наркоцепочки. 13 пожаров в области за сутки, 11 из них в жилом секторе. В Кинельском районе горел частный дом. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На пульт дежурного вызов поступил в 4 часу утра. К месту пожара прибыли 5 единиц основной пожарной техники, 17 человек личного состава. Активное участие в ликвидации пожара принимала добровольная пожарная команда села Георгиевка. Пожару был присвоен уровень сложности 1 бис. Пожар локализован в 4 часа 2 минуты, ликвидирован в 4 часа 10 минут. Причина возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.